как поставить единицы измерения. Допустим, строю бокс, и здесь у меня уже настроены в миллиметрах. Если у вас никаких единиц измерения нет, заходите в Customize, Unit Setup, а далее выбираете систему метрическую, и здесь единицы измерения, в которых вы будете строить ваши объекты. Ну, стандартно миллиметров. После этого заходите, нажав на кнопку System Unit Setup. И здесь вы должны указать, что один юнит равен той единице измерения, которую вы здесь, если вы не используете масштаб, в миллиметрах. Далее ОК. И ОК. И все. И вот здесь у вас в размерах уже появится единица измерения, которую вы выбрали.